Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Unit 3, часть 3, Section 2, раздел 2, Exercise 21, упражнение 21. Все эти слова – это примеры образования степеней сравнения прилагательных в английском языке. Давайте же вспомним, как они образуются. Как образуются степени сравнения прилагательных? Если берется английское прилагательное из одного слога, то сравнительная степень образуется окончанием «er». Мы видим первый пример. «Learn», «learner». «А» – превосходная степень, артиклем «the» и окончанием «est». «The longest» – длинный, длиннее, длиннейший. Следующее правило. Прилагательные, которые заканчиваются на y, меняют эту букву на i. Здесь мы можем увидеть образец в двух предпоследних словах. Это dirty, dirtier, the dirtiest. Мы видим, как меняется буква Y на букву I. И последнее. Happy, happier, the happiest. Также, если односложное прилагательное заканчивается на гласную и согласную, то в сравнительных степенях согласное удваивается. Как, например, во втором примере. Big, bigger, the biggest. Большой, больше, самый большой. Hot, hotter, the hottest. Горячий, горячее, самый горячий. Итак, теперь прочитаем все примеры. Long, longer, the longest. Длинный, длиннее, длиннейший. Big, bigger, the biggest. Большой, больше, самый большой. Hot, hotter, the hottest. Горячий, горячее, самый горячий. Large, larger, the largest. Большой, больше, самый большой. Wide, wider, the widest. Широкий, шире, самый широкий. Dirty, dirtier, the dirtiest. Грязный, грязнее, самый грязный. Happy, happier, the happiest. Счастливый, счастливее, самый счастливый. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. А если есть вопросы, предложения или пожелания, то подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.